можно уже подводить предварительные итоги сегодняшней конференции в зоне экспресс-интервью. Игорь Шахмеликян, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, как изменилось взаимодействие с сетями и основные моменты, наверное, которые вот сегодня бы вы хотели подчеркнуть уже по прошествии времени конференции? Ну, спасибо, очень хороший вопрос на самом деле. Я хочу сказать, что российский рынок сильно поменялся за последние 10 лет, и очень сильно поменялось взаимодействие ритейлеров и поставщиков. Рынок сжимается, консолидируется, становится все более и более конкурентным, и это, в общем-то, в хорошем смысле подталкивает поставщиков и ритейлеров к более плотному сотрудничеству. Не к такому, как купил и продал, а именно действительно к партнерству. Совместные проекты, категорийный менеджмент, совместное планирование и прогнозирование, что весьма очень-очень важно. И на самом деле сегодняшний конгресс Магнита показывает действительно, что Магнит полностью идет в этом направлении. И я могу сказать, что за последнее время эти сдвиги очень и очень видны. Но вот говоря о ключевых идеях, вот с вашей точки зрения, более конкретно, какие основные, ну давайте, наверное, возьмем три момента, да, которые бы вы хотели подчеркнуть из сегодняшней конференции, которая прошла, более конкретно на примерах? Ну, на самом деле, очень интересно развитие нового формата, Магнит вечерний, я имею в виду. Ну, потому что я работаю в категории премиального алкоголя. Также достаточно много было сказано о развитии цепочек поставки, совместном планировании и прогнозировании. Ну, как сказал ранее, весьма-весьма важный аспект для сотрудничества. Что бы вы пожелали своей компании и, конечно же, компании «Магнит»? Я бы выразил это одним словом – роста, качественного роста. Спасибо. Мы желаем, чтобы это сбывалось. Благодарю вас. Спасибо.